Итак, здорово, народ! Это пятая серия прохождения Car Mechanic Simulator 2021. С вами Шредер. И добро пожаловать обратно. Итак, значит, пятая серия. Мы с вами в прошлой серии сделали аж целых два уровня. Прокачались до седьмого левела. До карт с сараями у нас еще три уровня. Но, в принципе, в сарае ходить нам сейчас тоже нет смысла, так как у нас всего лишь 8000 кредитов. 8800. А для того, чтобы более-менее нормальные тачки какие-то ремонтировать, соответственно, нам надо, ну, хотя бы, не знаю, 1020, наверное. И тогда мы сможем какую-то машину, заберя либо со свалки, либо с сарая. Но, опять же, в сарае могут быть очень дорогие машины. Это на разборке мы можем купить там вообще дешевую какую-нибудь тачку. И, в принципе, за 20 тысяч можно будет уложиться и отремонтировать ее в ноль, прям вообще сделать ее как новой. И, получается, заработать на ней, ну, нормально так денег. Соответственно, в тот момент, когда мы сможем делать машины практически в ноль, мы сможем, ну, нормально так зарабатывать бабла. Вот. Но на данный момент, в принципе, денег у нас, конечно, немного, но для выполнения сюжетных заданий, в принципе, 8 тысяч это просто за глаза, так как там просто запчасти такие, ну, дешевые, ничего особо не надо. Все выполняется базово, обычные запчасти, как бы вот так. Значит, что мы сделаем сегодня? Давайте сейчас первым делом вы напишите, первым делом обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, а уж потом напишите в комментарии, как лучше прокачать. Мне прокачать сейчас лучше увеличивание скорости откручивания, или может быть мне уже все-таки пойти в сторону восстановления деталей? Вот это вот неинтересно. Или мне все-таки вот пойти в эту сторону? Можем оценивать автомобили на свалке, но, блин, насколько вот мне опыт подсказывает, то, что вот у нас будет, как грубо говоря, 20 тысяч, мы можем просто забирать тачки с свалки и, грубо говоря, просто восстанавливать их, там, кузов, помыть, накинуть какие-то запчасти определенно, да, их уже продать, и мы уже сможем неплохо так зарабатывать. Вот, но это вообще у нас... как сказать, не серия, а это вообще прохождение Car Mechanic Simulator, и мы будем делать, ну, может быть, не каждую серию, но мы каждую серию будем делать ремонтные какие-то заказы, но не всегда мы будем делать серии, которые у нас идут по, как он называется-то, не по сюжетному заданию, обязательно по сюжетному заданию, то есть мы будем делать сюжет, мы будем проходить, да, но, возможно, уже не так часто, потому что чем дальше, тем сюжетные задания сложнее и сложнее. То есть там уже они будут дольше. Вот смотрите, с этим сюжетным заданием, которое было предыдущим, мы провозились практически 40 минут. Вот, соответственно, дальше еще сложнее и еще дольше. Там такие будут, ну, очень довольно-таки сложные. И они такие будут сложные в плане в том, что, ну, надо будет проводить диагностики, надо будет много чего делать, потому что будет неизвестно, что там надо менять и так далее. Кстати, вижу вот эти шприцы. А, это отвертки, шприцы, натуре как шприцы для полировки. Так, давайте посмотрим, может быть, что-то мы купим. Сварку мы, конечно, можем сейчас купить сварку, но тогда нам смысла нет уходить на свалку. Мы на свалке сейчас тогда ничего не купим, абсолютно ничего. Мойка, автомойка. Вот автомойка, да, 1700. Но опять же, мы сейчас на свалке тогда вообще ничего не купим. Давайте сейчас сначала сходим на свалку, а уже потом купим, наверное, мойку. Так что давай ставь лайк, подписывайся на канал и погнали на, не на свалку, а на авторазборку. Так. Я, кстати, чуть-чуть настроил OBS, мне просто показалось, возможно, это из-за OBS так. Ну, как бы просто, понимаете, на OBS только. Я на записи только, то есть я вот так делаю, да, у меня вообще ничего не происходит, у меня, ну, нету вообще никаких искажений, никаких, как сказать, размазанных пикселей, а там постоянно какие-то пиксели вылетают, что-то не пойму. Ну, в общем, там перенастроил ОБС-ку. О, смотрите, масляный поддон, просто в отличном состоянии, 97%, давайте возьмем, возможно, для какого-то задания или для какой-то тачки, которую мы сможем восстановить, не совсем дорого, достаточно. Дверь мы не будем брать, нафиг она не нужна. Ну, сейчас так полазим, посмотрим. Так, это я лазил, не лазил, по-моему, нет. Стекло, нафиг, 99%. Это, конечно, круто, но нафиг она не нужна. А еще, кстати, вот
Тоже вопрос к разработчикам. Вот я, допустим, вот я вот только что я смотрел эту кучу, и мне заново надо ее вот так проверять. Почему нельзя просто, вот я ее уже открыл, нажал просто в следующий раз левой кнопкой мыши и все просмотрел. Так вот какая-то машинка стоит. Надо обязательно задержать, хотя мы уже осматривали. Так, что-то у нас это та же Mitsubishi. Ой, подожди, она же прям так же, да? Без руля, вообще без сиденья, без колес. Ну, кстати, как вариант, у нас есть колеса. Вот 4500 всего лишь. Ну, скорее всего, ее и возьмем. Потому что у нас есть колеса, мы эти колеса вообще снимем, старые, поставим ей новые. Вон еще какая-то машина. Ну, посмотрим. Если что-то дешевле найдем. Пары. Какая-то старенькая. Мускул кар. Что-то у нас V8. Так, это 5. Не, ну за 5 нам дороговато еще. Мы будем сейчас стараться брать самую дешевую машину. Потому что у нас денег нет. Потому что мы бомжары. Еще. Бомжары. Как вариант, можешь, конечно, побегать, посмотреть, ну, именно для той машины. У, карта сокровищ. Карта сокровищ. Карта Зараев. О, сиденье берем. Стойка с заднего стабилизатора тоже берем обязательно. Нам как раз в ту машину мы поставим, которую возьмем Mitsubishi, что. Ну, если это Mitsubishi, опять же, напиши в комментарии. Вы не смотрите, там, не смотрите ролики, они у меня выходят. Ну, я их записываю, бывает там, ну, сразу несколько, да, роликов запишу. А выходят они, ну, каждый день. Соответственно, так, вот сильно, но какой-то плохой, я не хочу вообще говнину какую-то ставить. Так, ну тут ничего такого нету. Диски. Рисунки. Кстати, у нас диски. Какие? Где они? Чё? Колеса? А, это то, что на ссылке. А то, что у меня там. Блин, пипец. Почему не показывают то, что у меня там-то есть? Так, а что-то машин-то нет особо. Так, вот 17 еще. Давайте сейчас наберем. Так, крышка головки блока цилиндров R6. А там интересно какая. Крышка. 11. Не, 11 фигня. Так, что-то интересного есть. 18. Давай просто добавим, мы же пока не покупаем. Мы просто себе, так сказать, ходим с корзинкой по этой разборке и добавляем себе всякие штуки. Так, вот диск есть. Он 18. Но, по-моему, мы резину покупали там на... Она R15 была. Сейчас на диске будем смотреть все, что R15, чтобы нам поставить. Маховик. Ничего такого. А, диск, что за диск-то был? 24-й вообще. 24-й, куда нам-то? Так, 22-й. Ну, кстати, там на 2, вот еще сильнее. Ну, кстати, на 24-й вот шина сликовая. Там диск есть на нее. 24-й. 13-й диск. О, фургончик тут стоит. Может быть, он недорогой? Он, кстати, забранный. Да, у него, смотрите, подвеска практически целая. Наверное, дорого. 6201, я лучше ту возьму. Да, по деньгам выгоднее выходит. Это что, дорого как-то. А, вот 15-й диск, берем. Так, руля там, кстати, тоже не было. Давай, не, руль мы не будем брать. Плохой 16, было бы получше. Так, сиденье 16. Четырнадцать, 13, поршень. Так, тут нет машины? Нет, здесь машины нету. Ну, значит, мы, скорее всего, ту возьмем. Фильтр, кстати, 43%. R4, а то я не знаю, какой фильтр ставится. Но мы не будем брать. Фильтр копейки стоит вообще. Копеечные вообще нафиг не нужны. Диск 17. Ну, тут... А, ну, диски нам не нужны. Ну, вообще, в принципе, нам много чего надо.
18-е сиденье. Нам сейчас не хватит денег, в принципе, ни на что. Вот шина, смотри, 20-е, 63%, но у нас... Так, ну и все, да, больше нету машин. Я больше не видел. Что тут опять три машины? Возможно, с уровнем появляются другие, ну, больше машин. Возможно, с уровнем появляется. Так что забираем сейчас вот эту. Так, это одна куча, да. Ну, забираем вот эту. Я думаю, мы сейчас что-нибудь сообразим. За 4590, я думаю, это отличная цена. По-моему, даже дешевле покупали. Так, и еще на 580. Так, сиденье. Давайте сейчас. Мы в сиденье, нам не все нужны. А самое лучшее оставим 17-е. 17-е удаляем. Сиденье удаляем. Так, сиденье кожа, видишь, C. 82 вообще. Так, сиденье ткань 18. Удаляем. Короче, вот так оставляем. Сиденье выбраться на другой 175. Стойка, диск. А, диск 16. Не, диск не будем тогда брать. Он продаж 64%. Но я думаю, мы и дешевле сможем купить. Дешевые диски совсем сможем купить. Не обязательно же нам покупать диски, которые прям именно под эту тачку. Мы купим диски просто, ну, любые абсолютно. Так, удаляем. И сиденье у нас тут. Зачем у нас? Нам не надо два сиденья. Давайте вот это. А, смотри, они... Сиденье 4. Лазер F и сиденье 5 Лазер F. Вот сиденье 4 удалим, а сиденье 5 оставим. Так, ну все, вот это все, что мы берем. И возвращаемся обратно в нашу мастерскую. Так. У нас еще 3,3400 осталось. Отлично, просто отлично. Такими темпами мы с вами сейчас накопим еще и на эту самую. Так, давайте проведем техосмотр, так скажем. Нам же нужны уровни. Сейчас проведем диагностику. А, это можно делать, кстати, и на свалке, ну, на разборке на той. Но не обязательно. Если ты покупаешь тачку, ты можешь. Но как вариант, для того, чтобы, так сказать, отработать. Что-то не происходит. Для того, чтобы отработать эти 500 кредитов, можно, да, сходить, например, туда, на свалку, и все машины там вот так просканировать, соответственно, ну, примерно с машин там сколько получается? 50 плюс-минус там, да, опыта. Ну, по сути дела, неплохо. То есть, как бы, если там будет 3 машины, ты 150 опыта заберешь. Опять же, это какое-то, ну, время ты на это потратишь, но если прокачать вот этот вот навык по вот, диагностике, то, в принципе, ну, нормально можно. Опыта собирать со свалок. Да, там проверять нечего. А, есть что. Ну, все такое желтое, красное. Но ну, мы, конечно, ничего это менять не будем. Мы сейчас максимум новый. Просто что, на что нам денег хватит, 4000. Мы на то и поставим. Так, ну все. Больше мы ничего сделать не можем. Мы только можем вот так проверить, потому что у нас нифига нету. Так, давайте помоем салон. Так, давайте сейчас поставим сначала в него салон, монтаж интерьера. Так, давайте, не, давайте вот это сюда. Синяя на водительское поставим. Да и пофиг, разные они там, не разные. Так, руля у нас нету, да? Да, давайте купим. Так, где у нас магазин деталей? Ну, вообще, мы можем, конечно, любое туда кресло поставить. Заднее сиденье 290. Новое. И руль 250. Не, давайте что-нибудь подешевле, а то, блин, как дороговато рули. Так. Напишем руль. Что у нас тут вот за 100 есть? 250, вот еще за 100 есть. Ну да, за 100 я сам дешевый. Короче, тут руль берем. Хотя и сиденье тоже можно было купить. Не оригинально. Ну пусть будет оригинально. Руль любой может поставить. Все, отлично.
Так, моем, принять душ, принять за 160. Кстати, не посмотрел. Мы хоть что-то заработали, мы угадали с этой машиной. Хотя, в принципе, угадывать нечего, она была единственная практически. Так, ну да, 2000 мы уже заработали, неплохо. И это при условии, что мы... Ну, скорее всего, она была в плюсе. Прям за состояние уже дает. Стоимость деталей. Мы на 4000 деталей не покупали, странно. Непонятно, конечно. Мы купили только сиденье заднее и руль. Больше мы ничего не купили. Ну ладно. Так. Давайте. Вот так. Вот так. Если хватит нам денег. Нам не хватит, скорее всего, денег. Почему нету? Ханит иммун. Ну ладно. Так, мы возьмем заднюю фару раз, заднюю фару два. Так, капот раз, зеркала раз, два. Так, дверь. А, подожди, что я купил? Капот, нафиг я капот купил? Пипец. Подожди, что я купил-то? А, капот. А, это задние фары. Раз. Два. Блин, взял капот, купил. Это как так-то? Да мне кажется, тут капот нормальный. Сколько? 22. Ну ладно, давай поставим уже новый тогда. Раз уж купили. Пипец. Ладно, капот купили. Так. Зеркала у нас нет, мы не купили. Так, зеркала мы купили. Так, дверь мы не купили. Ой, что я делаю? Что я делаю? Двери. Раз, двери два. Да, вот и все. Вот и нет денег, как говорится. Очень дорого. Это вся фигня. Стоит. Поэтому я говорю, нам у нас денег не хватит на полноценную реставрацию. 100% это на 1020. Чтобы еще осталось после покупки тачки. Там, например, эту тачку мы за 5000 купили. Нам, у нас еще должно остаться. Блин, 1020, чтобы мы могли купить. Так, передний фар. Так, у нас нет? Что у нас там осталось? Да нифига у нас там осталось. Передняя фара. Раз. Передняя фара. Два. Ну, хотя бы на машину похоже уже. Так, еще вот эта крышка задняя, багажник. Бампер задний. Задний бампер 300 стоит. Нам будет 313. И вот это задний багажник. Уже 300. Вот и все. Вот и нет у нас денег. Мы еще поставим. Так, вот это стекло заднее. Давайте посмотрим. Лобовое стекло, стекло, стекло. Вот стекло багажника. Уже видите, в каждый этот 200 с лишним этих стоит. Так, нам бы еще. Тут этого стекла нет, да? Тут нет стекла. Тут есть. Что, нам два боковых и одно левое. Вот это. Левое стекло кузова. Все, у нас денег уже нет. Все. На одно стекло нам денег не хватило. Ну, как не хватило? Мы, в принципе... Тут же тоже? Ну, тут есть стекло. А, нам не хватило 120. 120. Вот, ладно, сейчас посмотрим. Что мы можем сюда поставить? Что у нас есть? Так, стартера у нас нет. А, нет, у нас стартер есть. Поставим. Так, фильтр у нас есть. И фильтр у нас есть. И ролик вот этот у нас, наверное, есть. Масляного фильтра. Так, это все. Нету, нету, нету. Сайлентблоки. Посмотрим сзади. Так, вот эта вот штука. Ладно, подъемники. Но у нас, по-моему, ее нет. Пружина. Вот это он тоже у нас нет. Суппорта у нас тоже нет, навряд ли. А, нет, суппорт я здесь поставил. Аж новый там поршень у нас. Гнилой суппорт. Так, вот сайлентблок можно поставить. Да пусть гнилой будет, какая разница. Колеса, кстати.
колеса, колеса. У нас, наверное, не хватит денег. Так вот еще сайлентблок. Интересно, как держится подрамник на этой машине, если... А, на одном сайлентблоке получается. А, вот это, кстати, у нас есть. Мы ее нашли. Аж целых 80%. Как новенькая. Так, последний суппорт. Может, и на колеса еще поставим. Колпачок с купицы. Конечно, купим, что такое 10. Так, и все, его можно уже пылесос ставить. Ну, на это нам не хватит денег. На это у нас нет. Так, у нас есть. У нас есть 4 колеса и 4 резины. И они все подходят. Так что мы сейчас ставим, эти мы снимаем. И, как говорится, забаркируйте. Как говорится, продадим дороже. Пустим в нужное русло. Так вот быстренько раз-раз, сняли, поставили, забалансировали. Раз. Готовы, сняли, надели, балансировали. Супер продуктивность. Клоп нету. Забираем, балансируем, все. Сейчас поставим на новенькие колеса. Диски новые, но резина не очень. Все. Посмотрим. Максимум, короче, делаем. Кстати же, есть аукцион здесь. А почему вот, например, нельзя на аукцион свою же тачку, например? Это вот мне интересно, почему надо, да, как бы. Есть аукцион, и, по сути дела, ты тачку отреставрировал, и можешь на аукцион свою машину, например, ее там по какой-нибудь цене мог забрать. Или был бы какой-нибудь, вообще, по-хорошему, ну, было бы интереснее, если бы какой-то был рынок сбыта. То есть ты не просто сейчас такой отремонтировал тачку и нажал за два клика, продал ее. Нет. Ну, например, там взял, тачку собрал и выставил ее, ну, там, на Авито, да, куда-то на торговую площадку какую-то, и там люди, например, смотрят и решают купить там, ты выставляешь цену, по которой ты, например, хочешь ее продать. То есть, я думаю, это легко можно сделать. В плане игры. Думаю, что это не добавляемо. То есть это просто механика такая простая, ничего особо не надо. Тут, там, обычный, простой, так скажем, этот искусственный интеллект, который бы это все делало просто, да и все. Так, давайте посмотрим, что мы можем. Давай, корпус радиатора можем. 110, не можем, наверное. 104. Вот этот выпускной коллектор можем купить? Нет, не можем. Ну, короче, мы ничего не можем. Даже я не буду смотреть. Так, ну мы, смотрите, на ход поставили. Скажем, на колесах стоит, на новых. Все. Ну, смотрите, 6 тысяч мы заработали. Неплохо. Неплохо. Время за стояние даже нам доплатили. Цена покупки 4, продали за 6. Ой, продали за 10, 6 тысяч прибыли. Так что вообще отлично, у нас 10 тысяч теперь. 11 косарей. А, сварку не буду пока покупать. Потому что она 5 тысяч стоит. Какой смысл-то нам покупать сварку? Очень дорого. Так, интересно, у нас есть две такие пары дисков. За 124, да? Мы можем продать. А если мы разберем, за сколько мы продадим? $61 и $64 за 125. За 125 продали. Так, кто там пишет? Так, одну секундочку.
Такс. Так, у нас запись уже идет 27 минут. Итак, друзья, ну, так скажем, начинания у нас начались от того, что мы стали перекупами. Заработали мы неплохо за серию. Получается, сколько мы начали? У нас было 5 или сколько? В общем, не важно. В общем, заработали мы неплохо денег. Значит, чуть-чуть опыта подбавили. Так, давайте, наверное, сделаем одно задание, может быть, какое-нибудь. Вот, 25 экспы. Вот тут, давайте вот это возьмем, BMW-шечка какая-то еще тюненная. Вот ее возьмем. Синенькая BMW. Да, синий BMW красит. Это, конечно, вообще убитая. Походу, боком прилетел в столб. Дверь поменял, бампер поменял. Да, боком валил, короче, у него это... Бум! Только почему-то это зеркало, походу, целенькое осталось. МК1. А что тут МК1 тут у тебя? Странно. Итак, я вернулся, продолжим. Так, сейчас, значит, делаем мы последнее задание. И увидимся с вами в новой серии. Так, что нам надо? Что нам надо? Такс. Давайте сначала мы проверим. Нам же нужны
Нам нужно экспы побольше. Так, усмотрите, аж 26 очков мы получаем с одного мотора. С одного мотора. Вообще, пипец. Так, готово. Раз. 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 Так, тут, походу, нам много чего надо поменять тоже, возможно. Сейчас посмотрим, если очень большой объем работы, то мы на завтра принесем, потому что у нас уже 30 минут идет видео. А затягивать видео я не очень хочу. Вы пишите комментарии, какие делать видео. 20, 30, 40 или часовые лучше. Мне кажется, что слишком длинное видео делать не стоит. Ну, по мне, так серия 20 минут. Это вообще изи. Ну, 30 минут серия, еще норм. Можно сказать, пока едешь на работу, там у тебя 30 минут, ты взял такое, посмотрел серию. И норм. Так сказать, много... Много... как это говорится-то? Многосерийный сериал, вот. Многосерийный фильм. А когда, блин, серия у тебя одна по часу, по два, не знаю, мне кажется, это... Можно, конечно, да, это все растянуть. Ну, не растянуть, а можно, конечно, просто там делать двухчасовой ролик, где мы будем делать там много всего сразу. Но, как по мне, лучше просто разбить. Так, все. Это мы закончили. Переходим к следующей диагностике. Следующее. Кстати, напишите в комментарии, как звук вообще, нормальный звук или может быть тихо. И просто я сделал на минимум звуки игры. Просто мне показалось в тех моментах, в тех записях очень сильно слышно саму игру, а меня практически не слышно все, что я там говорю. Да, машинка, конечно, вообще ушатая. Коленвалу пипец, распредвалу пипец, короче, это разбирать мотор. Это 100% мы на следующую серию перенесем. Это мотор надо половинить, распредвал доставать как минимум. Это надо снимать все головы. Это надо снимать вообще все навесное. Так что, походу, это будет следующая серия. Потому что это будет очень долго. Сейчас посмотрим. Ну, 100%, не, коленвал менять. Это коленвал 1%. Все, это... Это просто оттас. Так, ну все, мы это сделали. Переносим. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Так, коленвал надо поменять. 100%, значит, это нам разбор двигателя. Это долго. Корпус воздушного фильтра, крышка водонатяжной ролик, приводной ремень, распредвал. Тоже надо бошки разбирать. А нам по-любому головы снимать. Головки блока цилиндров. И еще какая-то деталь не найдена. Скорее всего, тоже что-то в моторе. Что-то гремит. Так, замените масло. И с тормозами что-то не так. Кстати, давайте проверим. А едет ли она? Мне кажется, она не едет. Если там коленвал 1%, да. Невозможно двигатель не... Даже масло. Как ты сюда приехал? Она не заведется. Так что, друзья, до следующего ролика. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк. Обязательно ставь, открывай видео и сделай несколько повторных просмотров. Просто включай их на фоне. Можно без звука.
Просто оставь его включенным, просто чтобы ролик 100% был посмотрен. Это увеличивает количество просмотра на канале и тем самым улучшает алгоритмом YouTube, дает больше возможностей показывать мои ролики, ну, поднимать их в топ и давать рекомендации тем, кто смотрит данные игры, ну и так далее. Так что спасибо всем за просмотр. Всем до скорой встречи.